Друзья, продолжается наш утренний эфир, и мы рады сообщить, что национальная киностудия «Беларусьфильм» начала снимать ленту о государственных символах Беларуси. Рабочее название – «Культурный код». Обещает, что зрители смогут проверить свои знания о государственных символах. А о производстве киноленты сегодня поговорим с ее режиссером Кириллом Халецким. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Лента необычная, давайте говорить так, потому что сейчас все смотрят про убийства, про какие-то там любовные мелодрамы и так далее, а здесь все-таки о государственных символах. Как удается заложить и смысл в фильм, да, и вот эту вот линию сделать художественную для того, чтобы зрителям это было интересно смотреть? В целом инициатором было Министерство культуры. Нужен фильм 26 минут на тему государственных символов. И сразу была обозначена целевая аудитория. Это школьники, студенты. Сложная аудитория. Достаточно сложная, но в принципе, так как я являюсь частью молодежи пока еще, и после того, как я снял «Киношники», это мой первый дебютный полнометражный фильм, Министерство культуры взяло меня на заметку, и в принципе, они рассматривали меня на эту кандидатуру. Вот. В целом, я им предложил концепцию какую-то экспериментальную. Совместить документальную часть с игровой. То есть, в принципе, фильм 26 минут. Есть игровой сюжет, есть актеры в кадре, да. Но в кадре присутствуют эксперты, жители города Минска, и здесь начинается уже документальная часть. И в целом сюжет переплетается с документалистикой, и ну, интересное кино получается. Ну вот я тоже читала об этом, что там будут и игровые моменты, и документальные. Ну, прям неожиданно, интересно будет очень на это посмотреть. Но говорят, что вы чуть ли не сегодня, в праздник, в День независимости, будете на улицах столицы снимать. Действительно. И каждый может поучаствовать. Действительно, фильм посвящен государственным символам, герб, флаг, гимн. И как не сегодня, 3 июля, запечатлеть такое масштабное событие. Поэтому в целом нас можно даже где-то обнаружить в городе нашей малой съемочной группой. Мы будем снимать парад, мы будем снимать людей, флаги, дети, шарики. Как можно больше эмоций и вот этого нашего белорусского национального духа. Но по поводу национального духа. Вы наверняка, когда вели подготовительный процесс, изучали вопрос, как вообще люди относятся к государственным символам. Вы для себя что отметили? В целом, мне хотелось просто сделать это максимально честно и искренне. То есть, никого не заставлять, не прописывать людям текст. То есть, это действительно люди, которые отвечают так, как они считают. Поэтому в фильме это тоже можно заметить. Кто-то что-то не знает, кто-то что-то не помнит. Поэтому в целом это и дает эту искренность. И для меня было очень важно, как для автора, заинтересовать эту молодую аудиторию. Потому что в целом у детей могло сложиться впечатление, что это скучная тема. Зачем нам про это слушать? Мы живем в Беларуси. Но в целом возникает очень много интересных каких-то моментов, о которых даже мы не знали. И вот сейчас в процессе съемок мы и сами обучаемся каким-то тонкостям. Вот и очень интересно. А вот вы сами, Кирилл, что-нибудь новое о государственных символах узнали? Я вам скажу, что мы это все делаем в процессе. То есть вот мы снимали уже эксперта в Музее белорусской государственности. Много узнали про флаг, про какие-то отличия, как президент Александр Григорьевич Лукашенко сам расшифровывает цвета на государственном флаге Беларуси. То есть про это в фильме говорят жители Минска, как они это понимают и как понимает президент. То есть вот это тоже интересно понимать. Для чего на флаге нужен орнамент? Кто его знает? Но в целом эксперты нам рассказывают. Совсем скоро мы будем снимать эксперта, который расскажет про гербы. Герб БССР и современный герб Беларуси тоже. Отличий колоссальное множество, но для чего это было сделано, с какой целью и что же все-таки там зашифровано, для чего нужен герб? На этот вопрос не смог ответить, пожалуй, никто. Вот это очень интересно, что искренне пытаемся разобраться в этом вопросе. И вообще очень здорово, что эта тема поднимается, потому что на самом деле это же символы государства. Причем без них не может государство, в общем-то, нет герба, нет флага, нет гимна, нет государства. Давайте говорить про это именно так. И вот очень здорово, что этот фильм позволит людям подробнее узнать о том, что же значат эти символы. И, может быть, для кого-то изменит отношение к этим символам, потому что хочется, конечно, чтобы флагов было больше в городе, чтобы люди ходили, чтобы не стеснялись просто, например, пройти с флажком каким-то. Это здорово, и это все создает культуру и ощущение вот нации, страны. Самый главный вопрос, когда ждать премьеру и будет ли фильм на онлайн-площадках? Ну вот, кстати, что касается даты премьеры, ее обозначили практически сразу, поэтому мы очень стараемся уложиться в эти сроки. 5 сентября состоится премьера в кинотеатре. Это будет, скорее всего, ограниченный какой-то показ, но в дальнейшем планируется еще в течение там нескольких недель
еще дополнительные показы для вот как раз-таки нашей целевой аудитории. В дальнейшем фильмы ждет судьба оказаться на телевидении, возможно, даже на платформах, ну и, естественно, в учебных заведениях, на идеологических уроках. Кирилл? Мы вам желаем успехов, потому что съемка кино дело сложное, иногда неблагодарное, иногда, но очень ответственное всегда. Поэтому мы вам советуем, чтобы зрителю фильм все-таки понравился, и ваша работа действительно стала такой вот основой для проведения каких-то в том числе уроков в школе. Заинтриговали, мы ждем премьеру с большим нетерпением. Желаем вам прекрасного праздничного и съемочного, судя по всему, дня. И напомним, что этим утром у нас в гостях был режиссер Кирилл Халецкий. Хорошего дня!